На территории УМВД России по городу Ялте проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Курорт-2020». Во время мероприятий были задействованы сотрудники МВД по Республике Крым, а также территориальные отделы и подразделения УМВД России по городу Ялте. С целью предупреждения административных правонарушений и преступлений на улицах города была увеличена плотность нарядов полиции. Так, за период проведения мероприятия полицейскими составлено 514 протоколов об административных правонарушениях. В рамках мероприятия сотрудниками полиции была осуществлена отработка частных гостиниц, мест проживания граждан, прибывших из других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств, отработка объектов торговли с целью выявления предпринимателей, осуществляющих деятельность с нарушениями российского законодательства. Сотрудниками управления по вопросам миграции был составлен 21 административный протокол в нарушении миграционного законодательства, а также выявлено 5 фактов постановки на фиктивный миграционный учет. Выявлено 19 фактов незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъято около 800 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Зафиксировано 5 фактов нарушения правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения. Выявлено 2 факта незаконного оборота изделий, имеющих признаки контрафактности. Выявлено 2 факта нарушения табачного законодательства Российской Федерации. Отработано 26 торгово-развлекательных учреждений. Проверено 383 юридических лица. Сотрудниками ГИБДД выявлено 45 лиц с признаками опьянения, 58 единиц техники изъяты на штрафстоянку, из которых 35 единиц – мототранспорта. Сотрудники полиции при проведении мероприятия были нацелены на соблюдение законности и вежливого обращения с гражданами.